Тольяттинец Михаил Воров в сквош пришел еще в дошкольном возрасте. На первые соревнования поехал в 10 лет. Сейчас за его плечами уже несколько десятков турниров. Будущий мастер признается, сквош на другой вид спорта ни за что не променяет. Физподготовка на высоте, травматизм на минимуме. Динамичность, во-первых. Многие группы мышц задействованы здесь. Ну, потная игра почти всегда. В переводе с английского «сквош» означает «сплющить». Все дело в том, что играют каучуковым мячом, который при ударе о стену или пол сильно меняет свою геометрическую форму. Спортивный снаряд бывает разного веса и размера. Игроки выбирают его в зависимости от своего мастерства. Правила просты. При ударе мяч, не касаясь пола, должен врезаться во фронтальную стену между двумя горизонтальными линиями. Затем отскочить от пола только один раз. После бьет соперник. Гейм, то есть один игровой отрезок времени, длится до 11 очков. Как правило, победитель определяется по двум или трем выигранным геймам. Начинается все с соревнований в том клубе, в котором вы занимаетесь. Потом это переходит на город. Потом область. Потом, собственно, регион и вся Россия. Чемпионаты мира и разнообразные турниры, на которые есть открытые квалификации. Есть престижная лига, в которой вроде были наши участники, но пока что нам тяжело конкурировать с Египтом, и в целом остальными другими странами. Жители 63-го региона со сквошем познакомились 10 лет назад. За это время похожий на теннис вид спорта сумел прописаться только в Тольятти и Самаре, поэтому пока на областном первенстве конкуренция минимальна. Сквош – один из главных претендентов на Олимпийские игры. Детский сквош стал развиваться. И для этого и Федерация России делает очень многое. И наша федерация тоже вовсю старается. В других городах Самарского, к сожалению, пока сквоша нету. Это связано с тем, что нет именно сквош-кортов. Мечта моя – сделать Самарскую область королевой сквоша. По итогам прошедшего первенства области по сквошу самарские спортсмены не смогли подняться на пьедестал почета, а тольяттинские чемпионы поедут защищать честь региона на всероссийские соревнования. Максим Магомедов, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.